В целом погода не будет радовать казахстанцев еще несколько дней. Этой ночью, по данным синоптиков, в Астане до минус 36, а с учетом ветра и вовсе ниже 40. В Актау до минус 23 градусов, в Караганде до минус 30, в Павлодаре 34 градуса мороза, в Усть-Каменогорске минус 28, в Уральске до минус 32, а в Петропавловске до минус 37 градусов.